Александр, сегодня дебютный матч твой. Как впечатление, насколько психологически было выдержать счет 1-0 до конца был? Впечатление только положительное. Команда выиграла, это главное. Но психологически каждая игра тяжелая, нету проходных матчей. Все соперники сильные. А как тебе обстановка на трибуне? Вообще команда Кулагер, насколько вот сегодня очень много бросали тебе по воротам? Кулагер хорошая команда, видно, мастеровитая. На трибунах атмосфера тоже хорошая. Болельщики нас поддерживают, это главное. Александр, поздравляем тебя с дебютом в этом матче. Это победа. Большое спасибо. Желаем тебе побольше сухих игр и побед. Спасибо. Всех болельщиков с победой. Мы играем для вас. Без вас мы бы проиграли. Всем спасибо.